Еще один важный этап реализации грандиозного транспортного проекта. На западе столицы после реконструкции открыли станцию Переделкино, которая станет частью МЦД-4. Линия, как его называют, наземного метро, пройдет от подмосковной Апрелевки до железнодорожного. Благодаря этому время в пути значительно сократится, появятся новые альтернативные маршруты, удобнее ездить станет жителям более 20 районов. Всего на МЦД-4 будет 37 станций, из них на 18 можно будет сделать пересадку на метро, МЦД и пригородные направления. Запустить движение там планируют осенью следующего года. Что касается станции Переделкино, там проделана огромная работа. Для пассажиров созданы все условия, в том числе безбарьерная среда. На открытии мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что уходящий год оказался рекордным по объему инвестиций. В городе возводили вокзалы, прокладывали новые ЖД-пути и реконструировали уже существующие.